анонс и дата выхода второго сезона сериала «Военная полиция». Майор Михаил Рощин получил задание от своего командира генерала Магутина. Необходимо было провести расследование и узнать, кто убил человека, который был найден в лесополосе. Его труп лежал в машине, на переднем стекле был след от выстрела. Но в тело пуля не попала. Открывшие автомобиль полицейские моментально погибли, поэтому на место происшествия отправились профессионалы из военной полиции. Продолжение остросюжетного детектива «Военная полиция» в настоящее время не анонсировано. Но согласно неофициальным данным, телеканал НТВ всерьез решил заняться продвижением сериала после того, как увидел высокие рейтинги вышедших серий. Успех картины налицо, поэтому у зрителей есть все шансы увидеть второй сезон. Можно рассчитывать на выход новых серий «Военной полиции» в конце 2024 года. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.